15 июля 1240 года объединенное шведско-норвежско-финское войско во главе с финским епископом Томасом и шведскими рыцарями на берегу Невы было разгромлено дружиной новгородского князя Александра Ярославича новгородско-ладожским и ижорским ополчением. Александр Ярославич стал Невским. Осенью новгородская знать и бояре изгнали Невского из Новгорода, опасаясь его растущей популярности. Тевтонский орден этой же осенью совершает экспансию с юго-запада на Псковскую землю. Объединенные орденские рыцари, отряды датского короля и дербского епископа взяли приступом крепость Изборск. Псков отправил в поддержку Изборское ополчение, которое возглавил наместник Александра Невского, боярин воевода Гаврила Гориславич. Псковские полки опоздали, встретив крестоносцев у стен догорающего города, вступили в бой и были разбиты. Долго отступали, преследуемые крестоносцами. Рыцарей вел по русским землям опальный князь Ярослав Владимирович, изгнанный из Пскова Вечем в 1232 году. Сейчас наше время. Осень 1240 года. Никто из вас не мог заметить главного, как ваши холодные головы увязли в болоте меж князьями и боярами. Малость промахнулся. Я надеялся, добычи будет больше. Я не чревоугодием! Но вас, трусов, меньше, чем я ожидал. Кто ты? Тебя, стервятник, падаль, доедай! Я спрашивал у врат Пскова. Сказали, что никто не приходил за помощью. Ты правда думал, что сможешь сбежать? Я не убегал. Я просто ушел. Сможешь все бросить? Я никому ничем не обязан. Это были наши друзья. Ты не только обрек их на гибель, но и позволил врагу разорвать нас на нашей земле. То была княжья дружина. И псковское ополчение. Твой народ. Твоя земля. Это не моя земля. Больше нет. Предатель. В аду тебе гореть. Mm-hmm.
Воевода. Сколько осталось? 73. Из них раненых? 46. Господь нас сохранит. Это значит, что... 27. Я знаю! Я умею считать. Где Добруга? Он живой? Я здесь, воевода. Добруга, хоть сюда. Что-то случилось? Нас разбили. Вы до самого Изборска, он еще спрашивает. Что случилось? Слушай, что ты скажешь про того отрока-ополченца? Я наблюдал за ним. Шустрый малый. Охотник. Боярские столы накрывает. Как зовут тебя? Кондрат. У меня для тебя особый указ. Ведь ты же охотник. Значит, самый резвый, наверное. Кондрат, в 10 верстах Псков, там 200 дружинников и боярская конница. Ты должен привести их сюда. Ты вхож в боярские дворы. Тебя они послушают. Воевода, нам нужно убираться отсюда. Ливонцы вот-вот нас догонят. Молчать! Я не брошу раненых. Мы одна дружина, и погибать нам вместе. Нас преследует небольшой отряд наемников. Разобьем их и сможем ударить по обозу ливонцев. Если поторопишься, к концу ночи будешь уже здесь. Добро, воевода. Не бог, а ты последний, на кого мы можем надеяться. Эти псы уже гонят нас по родным землям. Утром мы покажем им, как загнанная дичь обороняет свой кров. Той или дорогой едем? Той, это моя вотчина. Мне эту землю отец завещал. Я ее как родную знаю. Там на опушке за лесом мы встретим остатки ополчения воеводы Гаврила Гориславовича. Откуда ты знаешь, что они еще не в городе? Рихард, вокруг наших городов посады. Если враг пришел, то нужно время, чтобы вся чернь укрылась за стенами города. Князь Александр Ярославич и его воеводы не допустят, чтоб народ пропадал. Это их хлеб. А идти воеводе в город сейчас, значит поднять панику. Собрать весь народ они не успеют. Тогда мы на их плечах войдем в город. И он захлебнется в крови. А этого воевода не допустит. Но он может посылать за помощью. И тогда нас ждет целое войско. А с нами только малый отряд. Кого бы он ни послал, до города никто не дойдет. Я об этом позаботился. Тогда завтра, как только к нам присоединятся остальные войска, мы осадим город. Нет, мы вернемся к обозу и будем закрепляться на захваченных территориях. Город нам чуть погодя сдастся без боя. Об этом я тоже позаботился. Я 8 лет мечтаю вернуть свою вотчину. И я близок к этому. Еще до рассвета не должны были прийти. Ты сказал, на него можно положиться. Я сказал, он охотник. Теперь это на нашей совести. Ливонцы идут! К оружию! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Раненых оставим! Спасти мы их сможем только там, в бою!
Гасмедон! Дружина в голову! Ополчение по правую и левую руку! Становитесь! Держим первый натиск, примем круговую оборону. Тогда я решил, что проигранная битва недалече от Пскова не важнее грязного предателя на родной земле! Собрал сомстить. Рой две могилы. Вы так были заняты своей враждой, что не заметили главного, как по голову увязли между боярами и князьями. Это верная рана. Ты умрешь и без моей помощи. Успеешь попрощаться с другом. Ты... То, что осталось от кольчуги моего отца. Я всегда подкладываю ее под рубаху, идя в бой. Будто отец со мной и отведет от меня смерть. Твой отец Никита был знатным воином. Не желаю ничего слышать о нем из уст предателя! Знаешь, почему мы воюем? Крестоносцы покусились на нашу веру и топчат нашу землю! Но зачем? Кто этого пожелал? Воевода знал! Но он мертв. А ты сам не знаешь? Я защищаю нашу землю от тех, кто собрался все сжечь! Ты теперь не моя цель. При игре шахматист испустил тяжкий вздох, со стороны услышав шах и мат.
А мы? Сколько мы испустили крови, силы и горя ради проведения их очередной партии? Я видел тебя в Пскове со старостой, перед тем, как мы выступили против ливонцев. Интересно. В любом случае, ты должен умереть. Этого не я хочу. В этом мире такие, как мы, не решают. Разве... можем встать на сторону тех, кто повелевает? Кто послал тебя? Это ливонское отродье! Ты серьезно думаешь, что я один из них? Нет, богатырь. Мы ушкуйники. Ушкуйник? Что грязным разбойникам нужно в нашей войне? Полегче. Ты говоришь о людях, бравших в короткие сроки укрепленные города. И знаешь, ни одним нам интересна ваша война с ливонцами. Во всем замешан ваш староста, Твердила Иваныч. Да ты совсем брешешь! Он отправил с нами ополчение! Ваш Твердила давно в союзе с ливонцами. Он шепчет на ухо боярам, что Ливонский орден пришел сюда с благими намерениями. Староста убедил бояр собрать княжью дружину своего да и всеми, кто поддерживает их на ливонцев. Вы должны были лечь все там. Вас ждали! А я должен был проследить, чтобы дружина... чтобы вы все передохли, не дойдя до Пскова! Падаль! Да я тебя порублю! И брошу на корм воронам! Не на мне ты сейчас должен срывать свой гнев. Ты и я. Мы разменные монеты, которые откладывали в кошель, чтобы раз попользоваться. Куда ты собрался?
Для тебя теперь все пути закрыты! Меня учили заглушать боль! Но мы оба знаем, что я истеку кровью! А если я скажу, что все это начало задуманного? Ты подаришь мне быструю смерть! Бояре используют нас, ушкуйников, как монеты. Твердила, увидел бояр, что жизнь будет лучше и богаче при ливонцах, но не сказал, что их детей возьмут в заложники и отведут к дербскому епископу. И мы знаем, что народ сломается и будет покорным. Но староста не у ливонцев служит. Он верный слуга князя Ярослава Владимировича Псковского, что вещи изгнала 8 лет назад. Как только воля народа будет сломлена, себя покажет князь Ярослав. Он даст людям выбор, жить рабами у крестоносцев или при князе на его вотчине. И люди согласятся. Снимут вечевой колокол и признают власть русского князя на русской земле. И наплевать, что католика. Нас, ушкуйников, он возьмет своей дружиной. Но нам это не интересно. Нас интересует дань целой псковской земли, а потом и новгородской. Все станет нашим. Видишь, каждый ищет выгоду для себя. Каждый прячет за спиной кинжал, смотря в глаза другого. Решает лишь, чей взгляд острее, а кинжал точнее. Я просто иду своей дорогой. Тебе что, жить надоело? Ну,
Не ходи, не ходи ты туда! Ливонцы разорили село. Многих посекли. Кого в полон увели. Немногие спаслись. Не ходи ты туда. Я в Новгород путь держу. Так не в той это стороне. Не в той? Так это тебе с нами пойти надобно. Мы тоже в Новгород путь держим. Сколько их там? Трое или четверо! Умоляю, помогите нам! Показывай дорогу! Thank you.